Всем привет! Сегодня я расскажу вам, в каких случаях и какими браузерами я пользуюсь. На винде это не зависит, можно на Linux. Значит, вот в данный момент сейчас я нахожусь на браузере Google Chrome. И вот у него такая вот есть болячка. Видите, вот белое прямоугольное окошечко. Вот такие вот иногда, значит, YouTube, так называемая труба, нам может сюрпризы, значит, дать на браузере Google Chrome. Причем, вот видите, пожалуйста, опять-таки, то есть это далеко не единичный пример. А теперь вот я покажу вам, значит, еще второй случай, когда я использую уже другой браузер. Браузер хороший браузер, хотя и Google Chrome я пользуюсь много лет. Но вот посмотрите. Значит, у браузера Brave, вот, он таких окошечков не дает. Ну вот, интересная, посмотрите, такая картинка получается. Вот я открываю любимый свой сайт, на котором я обычно смотрю русские фильмы, называется он Season Bar. Вот. Есть еще один мой сайт, на котором я смотрю HD резко. Без разницы. Вот давайте посмотрим. Вот я сейчас вот беру любой фильм. Ну вот, в данном случае, вот Гавайи, седьмой сезон, там и так далее. Значит, каждая серия здесь в среднем где-то там по 40 минут. Так вот, что на Google Chrome, что вот на Brave браузере проходит где-то там 10-15 минут, и хоп, появляется вот такой значок, и дальше уже фильм не идет. Вот такая вот бывает, значит, петрушка. Значит, хотя сам по себе браузер Brave очень хороший, там помеха там защищенный, там и так далее, и так далее. Очень хороший. И вот посмотрите, что мы получим на Mozilla. На Mozilla Firefox все практически файлы, которые, значит, я смотрю, любой, самый длинный сериал, вот видите, тут у меня 9 сезонов, тут безо всяких проблем, значит, практически играет весь ролик до конца. И когда там уже он заканчивается, он автоматически, значит, перескакивает на следующую часть. Значит, Season War я, значит, люблю смотреть, потому что у него тут, ну, грамотно все сделано. И, ну, сериал, допустим, если закончился, а я заснул, то я всегда вижу, на каком сезоне я остановился. Если у меня, допустим, выскочила, например, уже там какая-то там 20-я там
серия. Я возвращаюсь вот отсюда, откуда начал, где сделал отметку, вот отметка на моменте. И начинаю опять-таки смотреть с момента, когда, скажем так, я заснул. Вот. То есть вот, причем ни один из браузеров, я не хочу там о них говорить, там что-то там плохо и так далее, потому что пользуюсь я ими много лет, значит, у Google Chrome, значит, свои очень есть такие приличные вещи, хотя практически импорт закладок происходит везде одинаково. То есть, что на Brave браузер, что на Mozilla, что на Google Chrome, все синхронизировано, и вот я, пожалуйста, тут могу любую там закладочку вот взять у меня, посмотреть. Вот. Тут уже там другой там сериал будет. И все будет практически так же. Но вот особенно, значит, примите вот такие вот нюансы, когда вы смотрите, что если вам нужна безостановочная работа всех серий подряд, то здесь хорошо работает Mozilla. Если вам нужно, чтобы не было там белых окошечек на экране, вот, тут хорош Brave браузер. Но когда у вас там масса там наработанных закладок, тут хорош и Google Chrome. Так что, значит, вот я вам рекомендую, значит, вот пользоваться особенностями этих браузеров. Ну, ладно, значит, все нюансы я вам рассказал. Желаю вам всего самого доброго.